Сегодня же Олег Матыцын обсудил с тренерами Чувашии вопросы подготовки молодых спортсменов. Одна из самых актуальных проблем – отсутствие связи между спортом и образовательной системой. Прежде тренеры ходили по школам и искали перспективных ребят. Практически все участники встречи, включая самого министра, в свое время так и попали в спортивные секции. А сейчас эта связь нарушена. Надо идти в школу, надо не ждать. Тем более сейчас мы видим, какая конкуренция среди всех видов спорта. И если будешь ждать, то просто потом дети, сейчас ранняя специализация, они могут уйти в другие направления. Ну и тоже правильно, это будет стимулировать, я уверен, учителей физкультуры, более заинтересованы уже эти таланты отыскивать и внимательнее подходить к детям на уроках физкультуры. Олег Матыцын отметил, что сейчас Минспорта добивается возможности контролировать количество бюджетных мест в учебных заведениях, которые готовят будущих тренеров. Поскольку эти вузы находятся в системе образования, эта работа ведется недостаточно согласованно. Руководитель спортивного ведомства поддержал предложение тренеров Чувашии о создании в республике экспериментальной площадки по подготовке резерва для сборной России по легкой атлетике.